Душанбе, 12 октября 2020 года, Ниадхавар. Сегодня состоялся телефонный разговор между основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном и президентом Республики Узбекистан уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. Президент дружественного Узбекистана с искренними пожеланиями продолжительного здоровья, успехов в деятельности и абсолютного счастья от всей души по-братски поздравил лидера нации в связи с переизбранием на высший пост президента Республики Таджикистан и пожелал всему народу Таджикистана мира, стабильности и большего процветания. При этом уважаемый Шавкат Мирзиёев подчеркнул громадные заслуги его превосходительства уважаемого Эмомали Рахмона перед гордым народом Таджикистана. В ходе беседы были обсуждены различные аспекты многопланового сотрудничества Таджикистана и Узбекистана. При этом президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон особо подчеркнул значение отношений дружбы и добрососедства между народами двух стран, что является надежной основой развития отношений стратегического партнерства Таджикистана и Узбекистана. В ходе беседы президенты обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.